Клуб гиревого спорта начал свою работу на базе Видновского художественно-технического лицея 3 года назад. Сейчас спортивную секцию посещают 38 ребят. Группы поделены. Есть группа начальной подготовки, есть группа спортивной подготовки, и юниоры занимаются отдельно. Отличается, да, нагрузка начальной подготовки, там больше общее физическое развитие, конечно, а группа спортивной подготовки там уже ориентирована на спорт. То есть результаты, каждая тренировка – это подготовка к будущим соревнованиям. Клуб входит во Всероссийскую федерацию гиревого спорта. Его воспитанники принимают участие во всех соревнованиях, которые проходят в Москве и Московской области. С очередного турнира «Гиревые войны» атлеты привезли 3 золотых медали. У нас Чижевский Илья гирю 4 килограмма выполнял рывок за 42 минуты. Он поднял 1000 раз. Драгунцова Евгения, 1:12 она справилась, 6 килограмм. И Ус Ольга, она за 52 минуты тоже 6 килограмм. Вот по 1000 раз они подняли, не опуская. Один из победителей соревнований – 8-летний Илья Чижевский. Занимается в секции почти год. Узнал о занятиях совершенно случайно и решил попробовать свои силы. Ну, я еще ходила на карате раньше. Потом смотрю, а тут же есть окно, ну, и посмотрела, там тоже занимается. Плюс мы уже на карате тоже ходили здесь, тоже тренировались. Поэтому решил тоже записаться. Такой нелегкий вид спорта выбирают и девочки. Евгения Драгунцова поднимает гири уже более 2 лет. За это время достигла больших результатов, но останавливаться не собирается. В планах Жени принять участие в марафоне, где нужно простоять с гирей целый день. Я раньше, как Илья, ходила на карате, и Виктор Анатольевич, мой тренер, предложил ходить на гиревой. Я спросила маму, она согласилась, и так я начала заниматься гиревым. Тренировки проходят 3 раза в неделю. Также юные спортсмены получают домашние задания и выполняют некоторые упражнения самостоятельно, чтобы достичь высоких результатов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.